Всем привет, меня зовут Слава, просто Слава, как не привык к названию. Мы сегодня будем делать Т-26 из пластилина. Тут уже готовый корпус, смотрим. Что сначала мы делаем с корпусом? Сначала приделываем вот эти катки передние, вот тут тоже. Потом прилепляем гусеницу, верхние вот эти, не знаю, как они называются, короче, их не будем называть. Вот, на гусенице будем их называть. Вот это тоже. Там делаем небольшой подногрев. Ну, короче, делаем впуклость, наверное. Тут делаем радиатор вот такой, простенький. Здесь делаем броню под наклоном. Здесь тоже немножко забриваем вот так. Все, это. А здесь только вот здесь немножечко. Только когда вот этих нет, чтобы их не сломать. Потом берем вот такие, катаем вот таких 8 шариков, вот 4 вот таких делаем полосочки и прилипаем их вместе, вот как показано на видео, вот так, 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 так. И потом на них прилипляем вот эти. Это вы можете сами слепить, если посмотрите на картинках. Потом прилепляем вот эти сюда. Потом вот такие сюда. Вот тут уже есть, но она очень мелкая. Потом берем свой корпус. И вот так приделаем как-нибудь. Ой, большой какой-то оказался. Ладно, сейчас решим проблемку. Как я всегда это решаю. Сдвигаем. Короче, сейчас увидите, как я все это сделал. Вот, я тут все сделал. Вот так у меня получилось с обоих сторон. Вот так надо сделать. Вот так у нас получается уже с готовыми гусеницами. Кстати, вот тут еще можете кое-что добавить. 4 каточка, но я их не решил добавлять. А то слишком большим у меня получится так. Потом берете вот такую, лепите. И прилепливаем вот так. Я использую для этого вот такую лопаточку пластилиновую. И вот так их прилопаточиваю. А, нет, немножко неправильно. На радиатор наступил немножечко пластилином. Вот так. И вот так. Прилепляем. С обоих сторон. И потом еще вот сюда одну прилепливаем, сделал там вот такое окошко нужно. Потом лепим вот такую башню. Вот такая башенка. Делаем такой круг. Кто достаточно ленивый, вот так мог сделать, без всяких там еще полосок. Ну, вот так. Прям как антенна получится. Потом прилепляем вот так и прилепляем пушку. Вот она здесь должна быть. Вот. Немножко косо у меня. Вот теперь уже не косо. Вот. А потом уже и прилепляем вот сюда. И вот у нас получился Т-26. Вот так. Перемяли. Такой у меня получился Т-26. Я его пока что впервые леплю. Т-26. Ну, в принципе, нормально, я считаю, что получилось. Пока-пока, меня зовут просто Слава. Не забудьте подписываться на канал Дениса 2, Дениса 3. Пока-пока. Не забудьте подписываться на канал. Пока-пока.